Алло. Да не звонит он мне. Да не знаю я. Я себя тоже не на помойке нашла, знаешь? Двое здесь, остальные за мной. Он у себя? Да. А вы кому вообще? Сайт Саманта еще не без спроса зашли. Сядь на. Сидеть, блядь. Комитет национальной безопасности, капитан Ашимов. Саят Саматович, вы подозреваете злоупотребление властью. Вы подписали фиктивные документы на строительство школ. Это какая-то ошибка, мужики. Ваша главная ошибка, что вы подписали этот акт. Поэтому зовите сюда понятых. Да это в чистом виде, сука, подстава. Добрый день, уважаемые жители нашего района. Мы рады приветствовать вас в почетной встрече Акима перед гражданами. Поприветствуйте Акима Чапаевского района Омарова Саята Саматовича. Спасибо, спасибо. Рахмет, спасибо. Спасибо, что уделили для нас время. Извините за опоздание, просто я ехал на автобусе, была пробка. Но несмотря на это, я здесь, дико извиняюсь, обещаю, что больше такого не будет. Сегодня на самом деле у меня день рождения, но несмотря на это, я здесь, я с вами. Ну что ж, давайте начнем. Я Умаров Саят Саматович, аким Чапаевского района. Рад приветствовать вас на отчетной встрече, где я выступлю с докладом о проделанной мною работе. Уважаемые граждане, могу вас заверить, что в ближайшем будущем наш новый Чапаевский район станет самым комфортным, самым развитым и самым благоустроенным по всему городу. Это я вам 100% заверяю. Вот. Ну, давайте я вас не буду томить. Все мы здесь устали уже, всем нам хочется домой. Но для меня это очень важно, потому что если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте на любые вопросы. Я и мои, так сказать, коллеги, мы сможем ответить. Меня зовут Сауля Асхатовна. Меня зовут Канат, я студент 3-го курса. Я живу в самом центре района. Мичаус Бастанам, пенсия минимальный. На нашей улице уже год не делают ремонт дороги. У нас каждый год ремонтируют перед подъездом. Вечером постоянно молодежь пьянствует перед подъездами. И нам нужно отдыхать, но для этого нам приходится выехать куда-то в город. Там основные услуги дорогие. Что делать? Возможно ли в нашем районе открыть какой-нибудь караоке? Вы разберитесь с этим. Сауля Асхатовна, спасибо за обращение. Спасибо за очень интересный вопрос. Так сказать, район новый, но я вам обещаю, в ближайшее время мы исправим. Будет вам увеселительное заведение, мы сделаем эту дорогу. Запиши, пожалуйста, под свой личный контроль. А если еще есть вопросы, пожалуйста. Ага, слушаю. Саят Саматович, меня зовут Даниил, я частный предприниматель. Недавно открыл небольшую донерную по программе малого бизнеса. Но из-за постоянных проверок участкового санэпидемстанции
мне приходится в первую очередь их кормить, а потом уже собственную семью. Когда это кончится и что с этим делать? Спасибо. Хороший вопрос. Роман Аманжелович, вы слышали, да? Почему ваши участковые приходят к этому гражданину? Решим. Вы давайте там своим участковым скажите, чтоб не приходили к этому гражданину. Это что происходит у вас? Это полный беспредел. Лично займитесь этим вопросом, хорошо? Так точно. Я никому не дам притеснять средний и малый бизнес. Это за ним будущее. Это не то, что там донерку, я за общий, говорю, средний бизнес в нашем районе. Хорошо? Потому что если вы не решите этот вопрос, я решу вопрос с вами. Решим. Все, молодой человек, если никто не решит, ко мне в кабинет и потом будем разбираться. Еще есть какие-нибудь вопросы? Уважаемые граждане, все ваши требования и пожелания были сегодня услышаны. Если больше вопросов нету, то позвольте поблагодарить вас за обратную связь. Все эти проблемы будут решаться уже сегодня. Давай сваливаем отсюда. Цирк этот уже достал, а? Че, народ нытики? Дай, Донбасска. Ни хрена нахрен не знает. Саят Саматович! Отслышишь. Саят Саматович! Чего там? Я извиняюсь, я у входа многодетную маму встретил, а ее к вам не пустили. Как-никак. Азикет, ты у нас за что отвечаешь? За благоустройство. Вот отвечай за благоустройство. Че ты лезешь? Там есть люди, которые работают над этим. Хочешь матери этой помочь? Иди помоги этой матери. Мозги не парь, днюхом у меня. Одни такие красавчики умные. Поехали, Володь. Все, поехали. Че там с рестораном? Нормально все отработал? Все готово, шеф. Сейчас, секундочку. Да, Раке. А, вот, только вышел. Слушай, я там прям с населением утвердил, так сказать. Прям народ поддержал меня. Все, не переживай. Можешь официально свой там открывать, что у тебя там, лаунж-бар, караоке, салем-малем. Все, да, дальше все, не по телефону. Давай. Слушай, хотел спросить у тебя. Подожди. Алло, да. Да, братан. Ой, хорошая новость. Смотри, там улица Нуспекова. Уверенно можешь все, дорогу делать. Официально, можно сказать, ты тендер выиграл. Да. Все, там прям перед населением, перед народным поднял эту тему прям. Давай. Все, дальше не по телефону, братан. Я хоть с днюхой поздравил. Давай, все. Все, давай на связи. Шеф, поздравляю. По-моему, все по плану прошло, да, когда особенно вот районного главврача выжили. Сколько вопросов должно было быть? 40. Какого хрена было 41 вопрос? Откуда этот донерщик появился у тебя? Ну, я сам в шоке. Это, видимо, это залетно. Это ты у своих родителей залетно, понял? Чтоб отработали. Я отказал номер, я не знал, что ответить там. Все понял, шеф. Я сам лично эту донорку закрою. Рот ты свой лучше закрой, понял? А если он терпеть начнет на уровне зама Кима, что тогда? Завтра и ты, и я будут, сами будем донерами торговать. Оля секши, басмент. Все понял, шеф. Петь, давай быстрее, а? Опаздываем же. Я вообще-то Саша. Да мне похрен, Саша, Петя, какая разница? Вообще, шеф, рот. Халк мне, керемит сөйлесе, спасыши, вот. Болды, пути крие вермеши. Ну, я же от души, шеф. От души. Хотя кутин, да, кривер. Да. Секунду, все, заткнись. Дорогие друзья, дорогие братья, спасибо вам, что вы нашли свое драгоценное время прийти ко мне на день рождения, так сказать, поздравить меня. Я-то знаю, что вы все тут занятые. Вот. Сразу хочу дико извиняюсь, что я опоздал. Просто у меня была сегодня встреча с населением. Для меня, как для вас всех госслужащих, самое главное – это народ. Давайте так, что все на позитиве, все забыли, отдыхаем, гуляем. Давайте, есть люди, которые не знакомы, сразу познакомлю. Вот это Бызнагамыз Болат, Аужас Нурбай, все вы знаете его. Это Азамат Рзагалиев, Азике Тасымбеков Данияр. Наш братан Ақылбек Досжанов. Сол енді, жігіттер енді. Спасибо вам всем, давайте выпьем
За все хорошее давайте, Виктор. Кстати, дорогие друзья, должен отметить, что Саят Саматович является самым честным, самым грамотным районным акимом. Рахмет, и я хочу заверить, что в любую трудную минуту мои двери открыты для тебя, дорогой. Рахмет, братан. Любые Рахмет. Проблемы решим. И ведь все же знают, да, что самое главное – это друзья, да? Конечно, братан. Правильно? Конечно. Давайте выпьем за дружбу. За давайте. Не, ну если сам Жара Сакенович мне так говорит, тогда мне вообще в этой жизни нечего бояться. Рахмет, Рахмет, братан. Давай, Баур. Рахмет, Рахмет, Жигдер, Рахмет. Ай, да. Дурс. Ну, все вы знаете Жарас Сакеновича, все вы знаете, где он работает. Хочу ты писать. А? Ты же знаешь, я этого не люблю. Ну, Жарас Сакенович, ну хотя вы все знаете, где он работает, господи. Скромность, прежде всего, без братана говорит. Сол, Джиктер, давайте, всех рад вас видеть, Рахмет всем. Давайте на позитиве гуляем, отдыхаем, давайте. Уважаемые гости, я еще раз рад приветствовать вас на самом замечательном дне рождения, а именно на дне рождения нашего районного акима Саята Саматовича. Давайте наполним все свои бокалы и еще раз, Саке, с днем рождения! Саке, жвередикинцы, лысенька, умеешь так красиво чесать, оказывается. Конечно, брат. Я же не ожидал сам. Не, а как по-другому, а? Работа у меня такая. Да. Народу служить? Малыш, народу служить. Народу лапшу на уши вешать. Вот что. Да что удивляетесь, ё-моё. Полстороны чиновники народу лапшу на уши вешают. Да. Труспа? Обещают, что-то говорят. А по делу, вот тебе, дуля. А? Да, как она есть. Это нормальное явление, вот. Я честно скажу, там сидел, да, дискомфорт какой. Лицемерить надо, все лицемеры одни. Вот. Здесь как-то, блин, обстановка другая. Как-то вот легко, приятно сидеть. Честно. Конечно, мы же свои родные, да, брат? Не-не, вы не родные. Вы раб родные, Снер, да? Давай, родной лар. И жандарм сол. Короче, можете мне аплодировать. Стоя. Я что, зря районным акимом, что ли, сижу, а? Короче, тот тендер по школе, который... Все, считайте, у нас в кармане. Мы его выиграли. Там просто надо, ну, 20% где-то на лапу дать. Ну, сами понимаете. Чтобы за какие-то мелкие нарушения глаза закрывали. Ну, что, ё-моё, первый раз тендер выиграем, сами понимаете. Труспа, остальное все, го, чики-пуки, го, диктер. А, еще одно условие. Это как-никак школа. Ну, не на 100%, конечно, но хотя бы на 10% качества надо сделать. Саке, Саке, Саке. Хой, знаешь, он дайнг мен, так давай завязывай. Ты что, Бэтмен хочешь стать, что ли? Кому это надо? Кто это вообще оценит? М? Дети, они же просто забудут потом, не вспомнят. На постройке школы нам надо сэкономить конкретно от души. А вот когда мы свои дома будем строить, вот тогда мы не будем экономить. Потому что мне свой коттедж надо достраивать. Мэрскую пешку надо купить. И дом за рубежом такой, джахсо, упакованный. А чё, елденгем бзбами? А. А, короче, все как у меня сейчас, да? Опасный ты человек, таки, а? Расти же надо, блин. Ладно, друзья, Деснер, пока район акимом сижу, жасабал, говорю. Хрен его знает, кто завтра придет, да? Не я, так другой, друзья. У нас так в стране половина так делает, а? Ну и об этом я и говорю. Дрыс, Олжа, она, дрыс. Брат, давайте так. Ё-моё, я что-то ни хрена не понял. У меня сегодня днюха или нет? Ё-моё. А? Чё политика, ты, ол... Кунде болот, нарсё, га? Брат. Всё, давай, замой. Сексин жасын юбилеем, хтосын, брат. Иди в жопу. Всё, дальше будешь, да, куда? Да, будешь, да. Моди, э, пау. Аман, куртым, да, у меня тяжелишься. Чё, куда дальше? Куда хочешь, куда? Моя. В любой. Опа, опа, смотри, соска какая. Караоке, эй, караоке с нами. Акшан, да, охуенно. Чё там это? Это... Куда? Вы счёт не закрыли. А? Счёт не закрыли, говорю. Ты этому иди, джигурмеку скажи, в курсе, на. Давай. Иди. Какой джигурмек?
Ну как это, блин? Хозяин, кто он там у вас? Кто хозяин там? Данияр Амирович. Похуй, он в курсе, давай. Вперед. Ну, он мне ничего не говорил. Моя днюха, рот закройте все. Чек взял? Взял все. Завтра сюда. СЭС, МЭС, МЧС, налоговый, чтоб нахуй разнесли на. Все, понял, короче, да. Куда дальше? Давай. Бухнем, гульнем. Как их называют? Забыл слово это. Люди? Не, еще по-другому их. Официант. 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 Опа. Че там? Давай. Еще. Такие, может, хватит, да? И так-то нормально, но. Ну, братан, по 50. Чуть-чуть, все. Чуть-чуть. Ай, бля. Как сказал? Самое главное. На госслужбе это не тендер. Йоу. Это не мендер. Это зендер, брат. И не зендер. Тебя как зовут? Пану. Как? Айдана. Как? Кера. Как? Альбина. Как? Официант! Счет! Не рендер. Ты че это? И что, платье сделал? Это не... Брат, мы поняли. Знаешь, сколько часов? 100 тысяч долларов. Угадал, сука. Не вендер. Вот это как... Брат, мы поняли. Главное это что? Отношения. Пожалуйста. Еба. Эй, я районный Акиме. Любой в этом районе, любой. Рахмет. Слушай. Я вот думаю, нашему совету, мне кажется, вот чуть-чуть надо себя скромнее вести, да? Ты думаешь? В плане чего? Бля, в плане всего. Это было видно, что он как вчера кайфовал. Ты заметил элементарно, как он живет? Там дома его в горах. Да там не дом, там хоромы. У нас VIP-гостиница, и то не такие уютные. А как он одевается? Чисто в брендах ходит. У него только одни часы стоят, как одна 70-ка Камри. А у него их дохрена, бля. А площадь его дома видел? Нет. У нас старая площадь в городе, и то меньше. И это еще не считая машин, на которых он двигается. Доброе утро, Саят Саматович. На чем сегодня поедем? На Лексусе поедем, на старом. Надо скромнее быть. Хорошо. Эту всю херню ты слышал, как по телефону он дела свои мутит? Вообще страх потерял, видишь? Да. Да вчера всю ночь с молодежью отрабатывали. Да. Со студентками бухали. Слушай, Сенана, Масили Труалма. Все там, все нормально, я подписал, не переживай. Остальное не по телефону, сам знаешь. Да, но игровой дуниру, мелочкой коясно. Давай, потом, брат, посмотрим. Давай. Слушай, работа подождет, давай в массажный салон поедем. Тут, помнишь, пип в горах? В горах, которые? Да. Все хорошо. Давай веселей, Гена, че ты? Я Саша. Да похрен мне, поехали. Не повезло народу с районом Акимом, да? Да похер на этот народ, бля. За наши тендера беспокоюсь. Блин. Как-то припугнуть его, что ли? Тихомирить может, да? А как? Не знаю пока как, но
Я же способ найду. Вот-то. Ладно, кеттеге. Массажа. В смысле на массаж? В прямом смысле массажа. Чем мы хуже этих районовских хакимов, что ли? Девушка, официант, запишите вот это все на Саята, хорошо? Почему на Саята? Потому что ресторан Саята, Архан. Вот. Блять, а что ты раньше не сказал? Я здесь все время за счет плачу. Саят Саматович, они без спроса зашли! Сядь, на. Сидеть, блядь. Комитет национальной безопасности, капитан Ашимов. Саят Саматович, вы подозреваете злоупотребление властью. Вы подписали фиктивные документы на строительство школ. Это какая-то ошибка, мужики. Ваша главная ошибка, что вы подписали этот акт. Поэтому зовите сюда понятых. Да это в чистом виде, сука, подстава. Дорогие друзья, если вы хотите увидеть следующую серию, проходите вот здесь, по ссылочке. В очереди стоять не надо, это не Акимат.